Всем привет! Вы смотрите видеоверсию сайта военноедело.ком. СМИ сообщили, что Турция начинает тестирование радаров С-400. Как сообщает РИА Новости, Анкара начинает процесс тестирования приобретенных у России радаров систем С-400 «Триумф». Для испытания РЛС в воздух будут подняты несколько самолетов ВВС Турции, в том числе и истребители американского производства F-16. По данным турецких СМИ, цель теста заключается в проверке связи между самолетами и компонентами российской ЗРС. Напомним, поставки российских систем С-400 в Турцию начались летом текущего года. По заявлению высокопоставленных турецких чиновников, включая самого президента Эрдогана, системы, приобретенные у Москвы, будут полностью введены в действие к середине весны 2020 года. США, которые выступают против российско-турецкой сделки, оказывают на Анкару всяческое давление, вплоть до ввода санкций и отмены продажи истребителей F-35. В Турции на ультиматумы со стороны Вашингтона постоянно отвечают отказом. На этом пока все. Еще больше новостей и информации на нашем сайте военноедело.ком.